Всем привет, друзья! С вами канал «Письма со всего мира». Да, как вы помните, у нас сейчас видео будут выходить нерегулярно, и только если у меня будет вдохновение. Сегодня именно такой день, сегодня солнышко, последний день моего отпуска, и сегодня мне сразу пришло два письма. В этом выпуске мы откроем одно письмо из Великобритании. Не могу понять дату, когда оно было отправлено, но походу 30.08.2022. Итого, ну, уже получше, уже меньше месяца. Вот, идут письма. Ну, откроем. О, я уже вижу тут автограф. Я даже уже догадываюсь. Так, этот конверт у нас похуже открывается. Так, что-то не достаю. Ага. Ну, собственно, да, все предсказуемо. Это Марианна Фейтфул, и она певица, автор песен и актриса. Вот, посмотрите. Не планировала ей писать, но потом Екатерина, моя подруга и коллекционер, все-таки получила от нее автограф и говорит: напиши, пока она отвечает. Я такая: окей. В общем, Катя, спасибо тебе, убедила. Вот. Но я отправила одно фото, потому что не скажу, что прям фанатка этой личности, но я ее, естественно, знаю, и ну почему бы нет? Сейчас в это время, в принципе, писем практически нет. Вот так вот она ответила. Мне кажется, ей уже как-то тяжеловато подписывать, потому что я бы не сказала, что подпись такая прям четкая. Я имею в виду буквы ровные. Надо посмотреть, сколько ей лет. В общем, я очень довольна, что получила этот ответ. Здорово, здорово. Хоть что-то приходит. Приходит, правда, раз в месяц, в полтора месяца, это в лучшем случае. Ну, у меня никогда не было на Великобританию основного упора в получении автографов. Да, там есть какие-то звезды, которых я уже всех получила, и сейчас уже только по театрам писать. Ну, сложно. Ладно, опять начала депрессивить, да, но не будем. В любом случае, я очень рада, что получила ответ. Даже как-то соскучилась по съемке писем. Вот, реально. Но огненный ответ будет во втором письме, которое я получила. Я даже вам покажу кусочек из Германии. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!